Она чемпионка, завоевала первое место, а Яна Сабурова завоевала второе место. Стала обладательницей серебряной медали. На галерею приглашаются спортсменки весовой категории до 50 килограммов. Галина Самбуева, Ханна Цветова. Борьба за третье место и бронзовые медали. Галина Самбуева и Ханна Цветова. На галерею приглашаются Дарима Самбуева, Ханна Цветова. Она Гаврилова, борцы веса 97 килограммов. Красным трибом Андрей Елмаскин, мастер спорта России. Представляет команду Республики Бурятия. Призер первенства России. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Дмитрия Балдая. Борец трико Илья Жевалов, мастер спорта России. Ему 18 лет. Представляет команду Республики Бурятия. Призер первенства Европы и мира среди юниоров. Тренируется под руководством Батыра Базарова и Баира Сидашева. В борьбе за третье место весовой категории до 50 килограммов встречаются Галина Самбуева и Ханна Цветова. Спортсменки представляют команду Республики Бурятия. Галина Самбуева, 18 лет, кандидат мастера спорта, победительница первенства Республики Бурятия, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Тренер Наталья Тарагановская. Ханна Цветова в синем трико. Спортсменке 22 года, мастер спорта. Чемпионка Дальневосточного федерального округа. Тренируется под руководством Юрия Дашимаева, Цехин Шарпова и
вид сжигающий. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 9. Ковре-А победу одержал Илья Шипалов, Республика Бурятия. И выходит в финал чемпионата Дальневосточного федерального округа.